Что-то это какая-то стрёмная затея. Стрёмная затея? Пиджаков на полляма баксов спалить. Сгорела коллекция пиджаков. Каталась из популярной группы МБ. Это конец. Что я теперь в латах пожизненно петь буду? Я требую адвоката! Сколько? 29 миллионов 750 тысяч рублей. Нехило. Работать будете там, где платят. У меня к вам есть деловое предложение личного характера. У одного очень влиятельного человека есть дочь. Я говорил, реально страшная. Которая влюбилась в одного хмыря очкастого. Папа переживает. Ты же у меня из 90-х. Я, может быть, сейчас с тобой сижу, разговариваю, у тебя в багажнике мой Аркадий по кускам лежит. А если у нас не получится? Ну как же у вас может не получиться? Начинаем. Ну что, заблудился, звезда? Да что ж за день такой? Квартет реально много. Окей, я понял. А вот чего точно не надо было делать, так это ввязываться в некрасивую историю с похищением чужой невесты. Мы все исправим. Peace, brothers and sisters. Мы ничего не комментируем. А давайте душу дьяволу продадим. Она вернется! Она...